Всем подписчикам большой привет. Сейчас хотел поделиться одним советом, который многим может помочь. Многие красили вот с этих баллончиков, которые распыляют краску за счет газа, который наполнен там внутри. Но иногда бывает такая ситуация, когда краски еще очень много остается в баллоне, а краска, газ не идет, то что кончился газ покраска. Выход очень простой. Вы должны снять вот эту головку с него. Взять баллончик с пропан-бутаном, который доступен, газ недорогой. И его дозаправить газом. То есть просто соединяете с этим баллоном прямо через переходник. И вниз головой вот так вот нажимаете и добавляете газ, жидкая фракция переходит в этот баллон, и он вновь начинает у вас красить. То есть вы дорогую краску до конца используете, потом надеваете свой распылитель и спокойно продолжаете покраску. То есть она дальше распыляется. И вот эта краска у вас полностью израсходуется. Спасибо всем за внимание.